А теперь новости телеканала «Панорама ТВ», входящего в наш медиахолдинг. Самозанятые граждане смогут продавать произведенную продукцию во временных павильонах на ярмарках выходного дня, а также на фестивалях наравне с индивидуальными предпринимателями. Такое постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Данное решение открывает новые возможности для таких граждан в аграрном секторе. Теперь у них появится дополнительный канал сбыта продукции, которую они производят – молока, мяса, овощей, зелени. Напомним, что статус самозанятого может получить гражданин с доходом до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год, выпускающий продукцию или оказывающий услуги. Например, это сыровар или парикмахер. Кстати, с недавнего времени такой статус можно оформить быстро через портал госуслуг.